Жил-был пацик, его звали Данил, он жил в городе Завитинске. Как-то раз Данил гулял по разбитке, и ему захотелось курить. «Хочу курить, ваще, пизда саш трясет!» Он нашел подходящее место, достал цибарку и стал курить. Но что-то пошло не так. «Блядь, хули сиги какие-то просроченные!» И он поперхнулся дымом. «Кхе-кхе-кхе!» И ему стало плохо. Он стоял на краю разбитки, и в это время он потерял сознание и начал падать. Падаю, помогите! Падать в то место, где недавно выгуливали псов, и там, по сути, было минное поле. Но он продолжал падать вниз, и тут он приземлился. Приземлился в свежий дерьмец собаки, которая была там недавно. Он привстал. Его смущал резкий запах говна. «Блядь, чем воняет-то?» Он увидел, что его одежда вся в говне. И он начал орать. Орать на то, что его новая куртка испачкана в первый же день. Как же это за Израиль куртку в первый же день? Могу сказать одно. Это пиздец.